искать, когда вы пришли в компанию. В моей жизни появился человек, которому я могу абсолютно доверять. Мне казалось, что вы мне тоже верите. Но в последнее время я чувствую, что теряю ваше доверие. Андрей Павлович, все в порядке. Когда я пришла в Зималет, у вас уже был человек, которому вы могли абсолютно доверять. Это ваша невеста. Кира Юрьевна, и главное, что я знала, я обо всем знала. И прекрасно понимала, что я не имею права ни на что претендовать. Ладно. Нет, главное, что я сейчас все прекрасно осознаю. Я не имею права требовать от вас, чтобы вы отменили свадьбу. Отменить свадьбу, Катя? Послушайте меня. Я не собираюсь отменять свадьбу, но... Нет, Катя. Прекрасно. Тогда зачем эта встреча, этот разговор и вообще? Катя. Вообще. Катя, выслушайте меня внимательно. Помимо наших отношений существует еще компания. Если я отменю свадьбу, Александр разделит Зималеты между акционерами. Если, конечно, еще осталось что-то делить. Хорошо, я перепишу завтра все документы Никомоды. И Зималеты будет принадлежать вам завтра же. Хотите? Только не сейчас, Катя, прошу вас. Зималеты должно принадлежать Никомоде до тех пор, пока мы не расплатимся с долгами. Иначе на нас обрушатся все эти кредиторы и поставщики, которым мы должны. Вы правы, черт возьми. Вы правы, значит, вам придется жениться на Кире, что и требовалось доказать. Катя, посмотрите на меня. Посмотрите. Не надо. Катя, посмотрите, я прошу вас, посмотрите на меня. Не надо. Катя, приготовление к свадьбе позволит нам выиграть время. А потом я поговорю с Кирой, она все поймет. Это жестоко, это. Это слишком жестоко, так нельзя. Я вынужден быть жестоким, Катя. Нет. Мне даже говорить об этом невыносимо, но я не могу по-другому поступить. Так нельзя с людьми. Я с вами поступаю, нельзя, Катя, жестоко. Это жестоко, да, нельзя, я поступаю жестоко, Катя, но Кира умная женщина, она все поймет. Я не могу вас потерять, Катя. Это какое-то сумасшествие. Катя, что вы делаете? Катя, подождите. Я не могу без вас. Вы слышите, нет? Я не могу без вас. Я не могу без вас, Андрей Павлович. Если два человека любят друг друга, то им незачем скрывать свои чувства. Да. Да. Я очень рад, Кать, что мы понимаем друг друга. Я подожду. Я обещаю, я подожду.